Добрый день. Используем ли мы линии Лангри в работе? Собственно, почему бы их не использовать, если это обычная задача на структуру тренда, которую мы решили таким способом, что мы делаем один маяк, второй, третий. Маяк — это расходящиеся с одинаковыми углами линии, которые показывают размах тренда. Потом делаем второй маяк, который тоже показывает точки размаха тренда. Потом его серединная линия, грубо говоря, показывает время и место. Ну, здесь вот, наверное, чуть-чуть вот линию, чуть-чуть вот здесь вот, видите, мы входим по линии. Также мы входим на нижней линии, также цена отскочила и примерно приходит снова, вот может быть скорректируется, вот дальше пойдет во время и место. А если резко улетит, то будет где-то примерно здесь. То есть, естественно, если мы видим, что структура тренда у нас в основном это расширяющиеся треугольники, расширяющиеся такие, не знаю, конусы, расширяющиеся направляющие, вектора, но между ними углы просто равны, и это и есть структура тренда, почему бы нам не использовать эту структуру тренда в работе?